Он не просто большой, а огромный. Садоводу-любителю со стажем из Снежинска удалось вырастить гигантский помидор. Вот точно говорю, что нужно терпение, любовь, душу отдавать, и все будет. Дания Архипкина – садовод со стажем. Ей 70, но любовь к выращиванию овощей и фруктов с каждым годом только растет. Ее балкон сейчас забит урожаем, но самая главная гордость – это гигантский помидор. Его вес более 1,5 килограммов. Выращен он только на натуральных удобрениях, отмечает женщина. Трава – это сорняки, но без корней. И на ведро воды, на ведро этой зеленки добавляла стакан золы. Потом, значит, один раз это куриным пометом, когда силу набирали помидору. А так вот зеленку чередовала, крапиву чередовала, и все, никакой химии. Садовод считает, что главный секрет – это огромное желание и любовь к своему делу. Всего у женщины 60 кустов помидоров. Также в этом году она вырастила перец, баклажаны, огурцы, капусту и кабачки.